Ну что ж, продолжим. А я напомню, что если вы смотрите этот стрим, пожалуйста, подпишитесь на мой Twitch канал. Поставьте лайк. О, господи, не надо ставить лайк. На Twitch это невозможно. Напишите что-нибудь в чатик. А лайк поставьте, пожалуйста, в YouTube, если вы посмотрите это видео в YouTube. Ну и тоже подпишитесь на канал. Оставьте комментарий под видео. В общем, вы и так все прекрасно знаете. А мы продолжим двигаться. Куда? Направо. Говорят, надо направо. Что я сделал? Фотографию? Зачем? Тоже никак. Здравствуй, Парида. Или как тебя зовут? Париба. Привет, Саргон. Купить карту, да, с удовольствием. Одолжи мне свое око странника, я добавлю туда то, что узнала про эту область. Хаома открывает часть карты мира. Так, здоровая, блин. Да, вот тут нас явно что-то ждет. Явно что-то нас здесь будет ждать. Так, ну подожди, давай поболтаем. Ты же наверняка хочешь мне что-нибудь сказать. Тебе нравится приключение? А тебе нет? Все такое интересное. Древняя Хаома выросла здесь еще до появления первых людей. Что думает столь древнее создание о прошлом, настоящем и будущем? Хотел бы я понять смысл хоть одного из здешних мгновений. Как мне сюда попасть? Я хочу сюда. Я хочу. Игра, пожалуйста. Я хочу, игра. Игра, я хочу. Ну, ё-моё. Ладно уж. Ну, хоть здесь-то я могу пройти? Могу. И на том спасибо. А, да, мне не надо, я понял. А, мне тупо надо наверх, все. Окей. Так, и шо? И куда? А, подождите. Я пошел не туда, мне надо вниз. Мне надо в СИС. А в какой такой? Так, подожди, вот сюда. А как? Ну, ёб твою налево, ну. Игра, что тебе надо от меня? Ладно, пойдемте искать. Игра что-то хочет, но капризничает. Так что... Ну, пойдем, будем искать. Как же тяжко иногда бывает, да? Как я это прошел? Не понимаю. Что это за звуки? Что это за звуки? Ну ладно, эти звуки ждут меня. Это маленькие орчики. Орята. А ты... Ой, петуч. А спустись сюда, пяташек. А-ха-ха-ха-ха! Попався! Попався, негодяй! Чертов лесной шаман. Наказал я тебя, лесной шаман. О! Так, вот смотри, давайте мы сейчас попробуем. Я ничего не могу с ней сделать. Я могу ее только ударить. Судьба обрекает одного из принцев на смерть. Ну что поделать? Без смерти никуда. А, попался.
думал скрыться от меня, негодник. Но мы не из таких. Мы не таких фруктов отлавливали. Можно вот так вот сделать. А, блин. Мне кажется, я в любом случае не долетаю. Да, я в любом случае не долетаю. Ладно, попробуем с другой стороны. А с другой стороны тоже никак. И что, собственно, этой игре от меня нужно, жужно? Что я делаю? Что я делаю? Я как-то все... О, блин. Ты подлети ко мне поближе, пташка. Что такое? Что такое скромный, а? Дарня. Офига, смотрите, прикольно. Багулина. Он завис. Так и остался пташек. Так и остался. Бездыханной куклой, зависшей в воздухе. Страшные вещи творятся в этом месте. А, я помню, тут надо, по-моему, вот так вот сделать. Нет? А что? А! Да, можно было проще. Вот это был хороший пятажек. Сразу ко мне опустил еще один. Вы там плодитесь, что я не понимаю? Все, кончились. Я надеюсь, что кончились. А это что? Это шоткат какой? Как вот эту желтую штуку? Как? Столько мест я попасть не могу из-за этой желтой штуки. Из-за этих желтых камушков. Мне становится от этого невероятно грустно. А здесь у нас что? Ничего? Да я не верю. А зачем вообще сделали это место? Какой смысл вот в этом куске? Ладно. Видимо, для красоты. Что это? Вот что это такое? Вот кто это здесь насрал? Так. Как мне это взять? Никак. Придется читать книжки. Давайте почитаем. Терпеливая Хаома черпает свою силу из священных земель, чтобы протянуть свои верхние ветви до самых небес. Жизненный путь мудреца должен быть таким же. От плодородной почвы леса до безмятежного спокойствия башни молчания. Угу. Что ж, отправляемся в башню молчать, я так понимаю, но... А, мы действительно можем отправиться наверх. Хорошо. Но сначала вниз, потому что там у нас есть древо. Вопрос, где оно? Вот оно. А, подождите. Я здесь уже был? Я здесь уже был. Получается, я... Не, ну ладно, в целом не так уж и плохо. Главное, что я назад могу вернуться. А! Обманул тебя, негодник, обманул. Так. О. Хотя ладно, все равно с него ничего не будет. Так, все, давай. Просто зажимаем прыжочек, кружочек. И все. И все. Не надо никаких лишних телодвижений. Давай, Саргон, по красоте. Все, вернулись назад, отлично. Так, ну, можно уже мне, пожалуйста, что-нибудь, чтобы я мог...
воспользоваться и какой-то способностью и пройти в места, в которые я не могу пройти. Это уже где-то, ну, половина, наверное, всего. Всей карты, если не больше. Мне кажется, это будет какой-то хлыст Индиана Джонса, с помощью которого я смогу цепляться за эту штуку и прыгать вверх. Ну, хотелось бы верить в это, по крайней мере. Очень бы хотелось в это верить. Годится. У нас появились ксерксы. А что мы можем на ксерксы? Точно, у нас есть там балл, это... Господи, сточная крыса и... Сточный паукан, скорее. И у этого сточного паукана можно что-то покупать за ксерксы. Здесь где-то есть сундук. Но где? Петоч! Ты слишком громкий, Петоч, для башни молчания. Тут прям где-то этот сундук. Вот он. Как тебя взять? Ну, иди сюда. Ну, пяташек. Да, пяташек, так себе скажу я тебе. У тебя острота. Ладно, ладно, все. Выдерживаться не буду. Давай, 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 давай. Поднимайся, поднимайся. Мы так хотим узнать, что нас ждет. Спускайся. Молодец какой. Эть! Далеко не уходи. Уходи. О, сундучок. Так, погнали. Ля, сколько красоты. Вы посмотрите, 200 монет. Аж целых 200 монет. Так. А по этим, я так понимаю, штука мне... Да. По... На этих штуках у меня не получится задержаться. Потому что это лед. Угу. Да? Я вот типа просто так сюда пришел, да? Да, я пришел сюда просто, мать его, так. Что? Что? Подождите, что? Да вы серьезно? Да вы рафлируете. Это мне все это время надо было вот туда идти? Да вы рафлируете. А это что? Что это такое? Обретите силы времени вот здесь. Но, видимо, мне было никак не обрести силы времени вот там. Ладно, хорошо. Хорошо. Это мне теперь надо спускаться, ядрить вот сюда. Проще помереть. Ну ладно. Ну что сказать, царский пробежался, царский, да, мне понравилось. С петучами тут всякими вот. Вожу знакомство. Иди сюда. Так, окей. Не-не-не, давай вниз, 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 вниз. Куда дальше? Туда, получается. Эй, я дурак. Нет, не дурак, нормально все. Давайте сохранимся тогда. Но все равно надо еще вниз. Еще ниже, ну. По крайней мере, если помрем, далеко бежать не придется. Так, ой, да, отстань, неинтересно. Ай.
Вы издеваетесь? Точно, я же могу просто все это дело отбивать. А, здесь я фоточку сделал, я понял. Так, ну в целом вроде идти недалеко. Ой. Ой-ой-ой. Давай спустимся. Давай спустимся, Саргон. Да. Здесь, по-моему, сейчас деревце будет, да? Охренеть. Я что-то вообще вот этого момента не помню. А ты что такое? А, лол, я здесь не был. А если это мимик? Нет, это не мимик, хорошо. Но мимик, конечно, был жесткий, очень жесткий. Позволяет уклониться на месте с помощью ЛРТ, оказаться спиной врага и нанести ему небольшой урон. Хм. Угу. Ну, не знаю, насколько это полезно мне сейчас будет. Что там внизу? Так, обожди, а мы же еще можем сюда направо пойти. А хотим ли мы сюда направо идти? Вот в чем вопрос. Давайте, конечно, посмотрим. А, я... Не, можно пройти, можно. Ладно, хорошо. Это что такое? А, я понял. Так, подожди-ка, ну-ка плюнь в меня. А я вот так сделаю. Стелла. Она пришла в наш мир издалека и провозгласила себя владычицей. Она поработила кроткого Чамроша, покровителя всех зверей, больших и маленьких. Эта самозванная владычица питалась атрой леса, пока он не утонул в скверне. Потому что за страшная, за такая за владычица, а? Понять никак я не могу. Я могу понять только то, что эта владычица завладела петочами. И они теперь пытаются навязать мне бой. Но у них не очень получается, потому что они петучи. А я Саргон. Я бессмертный. Как так-то тут? Ну, это было нехорошо. Это мне не понравилось. Нет! Почти же... Нет! Так, так. Блин. Но нет, я хочу. Я хочу. Мне интересно, куда меня это приведет. Куда ведет нас дорога приключений? А приведет она с гарпии. В целом с гарпией мы уже научились драться. Почему так вышло? Что-то ждал, ждал, пока она спустится. Зачем ждал? Так. Ага, понятно. Просто в тупик упираемся. Окей, допустим. Допустим, мы упираемся в тупик. Ага. Ой, вот это хорошо. Так, ну это косарь. А косарь это, ну, косарь. Согласитесь. Тут и не поспоришь, в общем-то. Так, вот этого засранца надо... Да я же смог. Не смог. Нет, нет, нет. Нет, 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 уважаемый. Вам пора на покой. Так, это меня отправляет вниз, и туда мне сейчас не надо. Мы пытаемся до этого трона чертового добраться. Ой, как хорошо. Люблю брать их в ловушку, так что они аж двинуться не могут. Очень приятное ощущение. Так, нет!
Ладно, я понял, надо спуститься к вам. Хорошо, хорошо, я к вам спущусь. Господи, какой кошмар. Как же страшно. Как же некомфортно. Так, у нас впереди есть деревцо. Это деревцо надо срочно, срочно взять. Нет, не здесь. А где деревцо? А как добраться до деревца? Бля, оно в той стороне. Ну, я надеюсь, игра предоставит мне возможность. Поев, удержались. Ишь ты. Я это хочу. Я это хочу, потому что этим можно торговать с кузнечкой. Редкий металл с бледно-голубым оттенком используется как ресурс при улучшении. Так точно. Дамасская сталь. Так, ну хорошо. Так, здесь нам некуда идти. Ну, вроде как можем про... Что происходит? Что? Они эволюционируют? Я умер. Твою дивизию, я умер. Чуть-чуть до дерева не добрался, и теперь мне придется... О-о-о-о! Как же мне придется далеко пилить. Как же в такие моменты не хочется играть в это говно. Давно. Ну ладно. Ну ничего страшного. Не в первый раз. Не в первый раз горит наш ас. Ну, Саргон, ну еб... Саргон, пожалуйста. Спасибо тебе большое, господи. Как же ты хорош, Саргон. Когда не тупишь. Так. Окей. Давайте вспоминать, что тут нужно делать. Во-первых, нужно наказать Петочку. Господин Петуч, вы не правы. И вы тоже. И тут еще двое, по идее, должны быть. Да, вот они. Что ты делаешь? Что ж ты сделал, Саргончик? Ну давай, спускайся. Вот дурачок. Нет, я глупость совершил. Так, попробуем еще разочек. А что тут делать? А, я все вспомнил. Не вспомнил, вспомнил. Так, здесь пока вот так. Вот здесь надо вот так вот сделать. Нет. Тороплюсь, по-моему. По-моему, тороплюсь. Так. Вот, да. 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 Зачем я сюда пришел, идиот? Боже, я ж тут уже побу... Ну, я натурально себе в руки насрал, получается, опять, да? Баран, барабан. А, или подожди. Правильно я иду. Неправильно я иду. Да почему? Какой же ты негодяй, а? Как же ты мне не нравишься. Так, ладно, хорошо. Так, ну, с тобой мы поймем, как себя вести.
Ты появляешься очень вовремя. В нужное время, в нужном месте. Так. Все, давайте воюем. Не воюем? Нет, ты просто... Ты просто похилься, да, молодец. Они эволюционируют в это говно? Охренеть. Они эволюционируют в это говно. Их надо убивать до того, как они эволюционировали в это говно. Это жестко. Это вообще жесть какая-то. Это как вообще так жить-то с этим, а? Как вообще жить, осознавая, что Ори может эволюционировать в это говно? Это очень жестко. Я не хочу так жестко, пожалуйста. Можно не так жестко? То есть каждый из вас, получается, может превратиться в этот... В этого засранца? Это просто невероятно. Что это было? Почему он так прыгнул, непонятно. Так, ну иди сюда, засранец. Ты первый. Так, не сметь! Не сметь! Не сметь эволюционировать, поганый покемон. Ой-ой-ой. Ну все, похоже, конечное, да? Хотя нет, у меня же есть еще это, как его. У меня есть еще последний удар. Блин. Ну, на самом деле сам виноват, потому что, ну, откровенно мог добраться, не понеся больших потерь. В итоге придется еще раз заниматься этой хренью. Ладно. Как-нибудь переживем. Особенно хреново вот здесь получилось. Но тут откровенно затупил Саргонушка. Вот и все. Вот изначально надо было сделать так, но почему-то так не было сделано. Я не совсем понимаю, почему. Не до конца у меня еще собрался пазл в моей голове. Но я уверен, что он еще соберется. Так. А как нам, собственно, здесь идти? А, вот так нам идти. Все. Все, я понял. Я понял. Ты дурак? Все. Все. Никуда ты от меня теперь не денешься. Денешься? Денешься, еще ударишь меня. Каков же ты нахал. Какой же ты наглец. Не надо. Саргон, ты дурак? Ну вот опять, на ровном месте. На ровном месте были потеряны жизни. Какой же я кривой местами бываю. Это просто кошмар. Ну ладно, окей, у нас есть две хилки. То есть мы уже... Намного лучше, хотел я сказать, мы подходим к противнику. Но подходим мы лучше всего лишь на одну хилочку несчастную. Окей. В любом случае буду пробовать. Ой, тут же еще эти засранцы. Ну ладно, с ними легко получилось. Так, вот сейчас надо не забыть. Во-первых, тут есть один, во-вторых, вот тут есть один. Что с ним происходит? Почему он так отпрыгивает по-сумасшедшему? Так, окей, мы помним, что вот здесь вот есть питашек греческий. Так. Нет-нет-нет. Ну да, это... В этом весь я. Попей водички. Молодец. Ну, хоть как-то. Они просто меня уничтожают. Просто рексят меня.
по-жесткому рексят. Я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, что с этим делать. У меня это, как его называется? Я, походу, тильтую. Ну, потрясающе. Потрясающе! Ёб твою налево! Спасибо, игра. Вручаешь. Как же я хорош. Ребята, как же я хорош. А тут нет... А, подожди. Тут есть ближе дерево. Давайте просто к этому... До этого дерева дойдем. Хотя я не знаю уже, насколько это хорошая идея, кстати. Ой, там еще эти есть. Это жестко. Ядрить, ну и деревцо. Так, сейчас, одну секундочку. Иди. Так, ну давайте продолжать. Продолжать лажать. Раз уж мы здесь, давайте доберемся до кузницы. И улучшим себе там что-нибудь. Что-то там можно было себе улучшить. Так. Так, ну шо, Кахео, что мы там с тобой можем себе прикупить? А, у меня же появился дамасский металл. А, ага. Этого недостаточно. Этого металла нам недостаточно. Так, окей. Вот, благословение. Значительно увеличивает здоровье. Ощутимо увеличивает силу обычных ударов мечом. Кстати, может быть, эту штуку качнуть? Может быть, она будет лучше? В целом, у нас тут все неплохо, но вот урончик... Даже не знаю. Ну, давайте урончик качаем. Мне кажется, это будет куда интереснее. Куда полезнее. Тем более, говорят, ощутимо увеличивает. Сейчас узнаем, насколько мы это ощутим. Так, нет, нам не сюда. Нам вот сюда. Так, все, погнали. Опасная зона. Нет, не опасная зона, что-то другое должно быть. Или опасная зона. Вот. Вот, Хаома. Погнали. Чуть было не попался на опасную зону. Ой, здравствуйте. Ой, а я могу просто мимо вас пробежать? Ха-ха-ха-ха. Вот так вот. Вот так вот с пацанами разобрался без проблем. Просто по-царски обманул пацанов. Да, слушайте, так намного быстрее получается добраться до этого места. И особо париться не надо. Жизнью своей рисковать. Дурак.
Главное, что учимся потихонечку, на своих ошибочках учимся. Так, все. Зажали девочку и выбиваем. Нет! А у меня... Я считаю, что сейчас я все вовремя сделал, игра. Вот не надо тут на меня сейчас гнать. Я все вовремя нажал. Так. Оп, оп. Обама, помоги. Боже, Обама, как ты хорош. Так, это мы помним. Это мы тоже помним. Вот здесь мы тоже сюрприз помним. Годится. Так, здесь маленькие, кто бы то ни было, не знаю, свеколки. Так, и здесь еще один. Почему он так отпрыгивает, я не понимаю. Какой в этом смысл? Какой в этом смысл? Так, ну погнали. Так, сначала мы справляемся с Петочем. Так, потом не даем эволюционировать покемонам. Затем вот сюда. Чёныш. Сначала хочу избавиться от Петуча. Получится, не получится? Получилось. Так, от Петуча избавились, хорошо. Теперь похили... Ой, похилимся. Да, похилимся. Так, о, а может быть получится вас вот здесь вот держать? Так, этого убили. И этого убили. Это не конец? Это конец. Фух, как хорошо. Всего две волны было. Как хорошо. Ну, справились весьма неплохо. Где-то здесь есть сундук. Вопрос. Насколько он близко? Ну, там, если внизу, кстати, пройтись. Может, он все-таки справа? Нет. Блин, а эти, наверное, все восстановились, да? Нет, не восстановились, это хорошо. Так, ну подождите, я так хочу поискать сундучок. Мы хотим поискать сундучок. А, вон он где, все, я понял. Так. Ну, допустим, но мы же все равно не можем его взять, правильно? Нет, стоп. Мы там проходили. А мы можем вот здесь вниз опуститься? Я думаю, что не можем. Да, не можем. А что же нам делать, чтобы у нас это получилось? Решительно непонятно. Ладно, хрен с тобой, сундук. Так и оставайся неоткрытым. Может быть, ты мимик, который хочет меня сожрать. Черт тебя знает, сундук. Кстати, интересно, два взрывающихся засранца так и не появились. Интересно, почему так? Не, ну подожди, подожди, подожди.
Так я ж тебя прошу вниз. О, блин. А как? А почему? Нет, ну пожалуйста, игра. Неужели вообще никак? Я отказываюсь в это верить. Ну все, да. Добегались, получается. Не, ну откровенно, по идее, можно. А, подожди. Все. Господи. Я уж думал, это... Вот так вот, значит, да? Не поносток золотуха. А-а-а, все. Я понял. Да-да-да-да-да, все, все. А ты можешь, пожалуйста? Вот, да. Годится. Так, а тут у нас что? Ничего. Хм. Ладно. Я немножко воодушевлен. Самую малость. А еще, судя по всему, впереди нас ждет дерево. И, похоже, телепортушка. Да. Да, fast travel. Ну, fast travel означает, что точно рядом где-то еще есть дерево. Идемте же скорее его хватать. Вот оно, наше деревце. Ммм. Сладенько. Как же это сладенько. Так. Ну что ж, мы снова оказались на пути к... нашей метке. Но черт его знает, можем ли мы вообще пройти или нет. Так, сейчас одну секундочку, мне интересно. Тут еще можно наверх, оказывается. Ай-яй-яй-яй, там что-то такое. Что-то, кто это у нас здесь такое? Так. Ага. Судя по всему, впереди нас ждет сундучок. Или нет? Ну, как минимум, какой-то ништяк. Давайте возьмем ништяк. Заметки ботаника Кира. Запись 1. Моя возлюбленная супруга Кира при смерти. Лучшие врачи Персиполя сделали все, что было в их силах. Отчаяние подтолкнуло меня к изучению древних ботанических текстов. Я Кир. Моя супруга Кира. Так же хорошо. Нашел описание растения, которое растет исключительно в таинственной цитадели горы Каф. Легенды гласят о его волшебных, целебных свойствах. И, быть может, оно сможет спасти Киру. Я вышел сегодня на рассвете. Следуя по координатам из древних текстов, я достиг подножья горы Каф. Она величественно возвышается предо мной. Я взял с собой все научные инструменты, которые только мог унести. Я готов сделать шаг в неизвестность. Это наша последняя надежда. О, Кира, ради тебя я готов на все, любовь моя. Помимо знаний о растениях, ты все, что у меня осталось в этом мире. Этот подъем был очень опасен, но решимость подстегивала меня на каждом шагу. Наконец я нашел его. Величественное древо предков. Я был почти уверен, что это Хаома, о которой я читал в книгах. Древнее, как сам мир. Но ни один манускрипт не подготовил меня к тому, насколько она великолепна. Ее искривленные ветви тянутся к небу, а корни уходят глубоко в землю, черпая силы из древних знаний. Я чувствую ее энергию, пульсирующую естеством жизни. Ее вид наполняет меня надеждой. С
тщательной точностью я собираю образцы коры. А. Образцы коры, листьев и смолы дерева, документируя все наблюдения. Нельзя упускать из виду целебные свойства этого древнего организма. Меня терзает вопрос, удастся ли с его помощью изготовить снадобье, чтобы вылечить Киру. Заночую прямо здесь. Хаома наполняет мою душу покоем. Кир, шестая Хаурватата, первый год нашей эры, царя Дария. Так, можно еще выше? Нет, еще выше нельзя. Так, ну прикольно, лорчик. Я такие штуки люблю. Ради этого стоило в это очко спускаться. Подниматься, точнее. Ладно. Давайте сделаем еще один перерывчик. И после него вернемся.